Здравствуйте, спросить можно? Вот минут 5 назад грузовик с дровами только что проезжал. А куда он мог поехать, не знаете? Вот это я не знаю. А что это, говорят, воруют это дрова в лесу, да? Это, по-моему, военная машина. Военная машина? Ну, значит, где-то на пост повезли. Добрый день. Закройте, пожалуйста, камеру. Почему? А потом разрешение на съемку. А ваше разрешение мне приказывать? Я хочу вам объяснить только без видеосъемки. А я только с видеосъемкой разговариваю. Я работник телевидения, у меня документы все в порядке. Можете объяснять на камеру, от кого-то стоитесь что-то или нет? Ну, будем так за данную информацию я вам предоставить не могу. Значит, здесь, ну, здесь будем так говорить. На поле был сильный пожар. Если вы видите, пошла перекидка. Угу. На этот самый, через дорогу это самое перешло. Значит, ну, опять же, по каким мотивам я это, будем так говорится, собираю здесь сухостой, вот, сухостой, который валяется. И этот самый, значит, угрожает людям, которые находятся недалеко, вот, значит, ну, убрать вот эту вот половину, которая... Все. Вы видите прекрасно, что это только всего лишь навсего. Я понял. Можно спросить законность этого мероприятия? Кто-то разрешил, что это? Значит, и куда этот сухостой потом деваете? Сухостой, значит, ну, он идет на обогрев людей. Ваших? Да, конечно. Информации не имею, поэтому комментировать ее, к сожалению, не могу. Не вынуждает ли их ситуация? Отопительный сезон начался, вы видите, пошло понижение температуры. Ну, на сегодняшний день проблем с этим нет. Обогреваться есть. Министерство обороны обеспечивает полностью и дровами, и углем. Обладаем информацией, что эти дрова машинами военными вывозят в поселок и продают населению. Эта информация недостоверна, я думаю, она не соответствует действительности. Но есть видеофакт. Будем проверять. Я такой информации не имею, поэтому и комментировать ее не могу.